Томатный гном, пурпурное сердце. Очень урожайный получился. Вот это вот нижняя кисть. Так, снизу разрастается. Он у меня вот здесь сразу же в три ствола идет. Так, вот первый ствол разрастается еще, расходится на два. Так, там выше пока еще только цветет. Так, на втором стволике вот такие вот большущие помидоры. И такими мощными кистями. Порадовал очень сорт. Мало того, что он такой красивый, он еще урожайный и вкусный. Так, и вот третья веточка. Это вот самая нижняя кисточка, которую я показывала. Так, и вот здесь вот выше уже тоже завязывается. Конечно же, что-то и осыплется, где-то и не завяжется. Вот, ну, здесь вверху вот уже есть помидоринка. Довольно-таки неприхотливый он. Сравним с описанием, которое было к семенам приложено. Так, ну по высоте примерно так. Форма соответствует, цвет такой же. А вот масса крупнее. У меня получились до 400 или даже чуть больше томатики. Внешний вид, вот такая фотография была приложена. Очень красивые и вкусные томаты.